В преддверии Дня российской науки в Волгоградской академии внутренних дел состоялось торжественное открытие Центра поддержки технологий и инноваций, который будет служить своеобразной ступенью к большим открытиям и изобретениям. Очень важное событие, это не только для ученых, но и в целом для региона, поскольку эти продукты, интеллектуальная деятельность, они, естественно, востребованы могут быть и экономикой региона, и народным хозяйством. Это означает, что мы получаем возможность для реализации новых инновационных проектов. Конечно, для Академии особо актуальны разработки и интеллектуальная собственность в сфере криминалистики, безопасности, обеспечения безопасности. И, конечно, это уникальное событие, что именно в юридической академии открылся такой центр. А заработал он при поддержке правительства Волгоградской области. Стоит ли говорить, что с таким центром у нашего региона связаны большие надежды? Вот этот как раз центр инноваций и технологий, он станет тем самым центром, который на своей базе объединит усилия ученых, инноваторов, изобретателей. И с помощью вот такой консолидации мы надеемся, и правительство очень сильно это рассчитывает, что, прибавив такой центр еще и на базе юридической академии, Волгоградская область вернет себе славу былую как центра изобретений. Несмотря на значение этого центра, выглядит он как обычный компьютерный класс. Но представьте, что только здесь любой житель Волгограда и области может получить доступ к патентной информации интеллектуальной собственности всей России. Смысл работы этого центра заключается в том, чтобы любой изобретатель и рационализатор мог иметь свободный доступ к базам данных Федерального института промышленной собственности. Мы заключили договор с Федеральным институтом промышленной собственности, в рамках которого сам институт предоставляет нам базы данных, упрощенную форму поиска информации о патентах и полезных моделях, переводные патенты зарубежных стран, предоставляет методику поиска патентов и на полезные модели и изобретения. Основными направлениями разработок сотрудников и курсантов Академии являются криминалистика и судебно-экспертная деятельность. Главная цель – улучшить работу правоохранительных органов. А благодаря той базе, которая стала им доступна, в успехе можно не сомневаться.